Товарищи, вы находитесь на выставке образцов оружия, взятого Красной Армией у немецко-фашистских оккупантов. На выставке собраны образцы оружия Германии и ее сообщников Италии, Румынии, Венгрии. Здесь оружие порабощенной Франции, Чехословакии, Бельгии. Мы боремся со всем военным опытом, захваченной Гитлером Европы, со всеми ее ресурсами. Под водительством маршала Сталина наш народ остановил фашистские полчища и погнал их на запад. Его 560 километров, вооружение пушкой и два пулемета. Его назначение защищать немецкие бомбардировщики и танковые колонны. Он летает вместе